Как ваша коллега Панфилова, обратитесь на меня в суд и потребуйте 1 миллион рублей. Ха-ха-ха. Или вы больше потребуете? В рабочее время. Будете исковое заявление писать, как Панфилова? 1 миллион рублей. Ха-ха-ха. Мировое соглашение. Удаляйте, если разрешаем. А вы увольняете, хорошо? С чего? Мировое соглашение. Я готов удалить ролик, который вы скажете. Все с моим участием. Все удалят. При одном маленьком условии. Никаких условий. Так а как же мировое соглашение? Давайте. Еще 40 рублей на проезд. Но я не нуждаюсь в ваших денежных средствах. Ну как же, вы миллион заявили. Ну мало, да? Не, не мало. Скромный, да? Сестроплан. Взяли Константина, поставили. Теперь ему придется доказывать. Вообще никого ничего не поставлял. Серьезно, что ли? Серьезно. Вы считаете, что вам Константин сообщил? Вы очень плохой юрист. Вы проигрываете суды людей, берете деньги за это. Чего ж вы это не выставляете в интернет? Чего ж вы в своем... Какое дело? Ну, если еще раз скажу фамилию, доверительного. Ну, просто есть дела, которые рассматривают еще выше стоящие суды. Плюс, что ж вы блокируете на своих страничках комментарии, которые против вас? А это вы там что-то комментируете? Нет, я ничего не комментирую. А что тогда переживаете, кто кого чего блокирует? Так вы блокируете. Да потому что знакомые, которые писали, говорили об этом. Ну, что вы блокируете? Поэтому непонятно, кто там пишет. Да я увольняю вас. Да? Больно надо вам писать. А зачем, зачем писать гадости? Почему гадости? Ну, обычно... Я не знаю, что там люди писали. Не знаете? Не знаю. Так, да вообще мне не интересно. Мне интересно это. Я не пишу, и ваша страничка, вот единственная, когда вы укладывались в мое видео, остальная ваша страничка. А и что ваша вы знаете про мои дела? Все равно. Откуда вы знаете? Следите за мной, да? Нет, я не слежу. К сожалению, общий знакомый оказался, которому вы были доверителем. К сожалению, об этом... Общий знакомый, которым я был доверителем. Который вы представляли интересы, да. К сожалению... У меня не было сотрудников полиции. А это не сотрудник.